Всем привет, ребят! Это видеообзор игру Angry Birds Transformers. Сейчас найдем ее. Вот она. Вот Angry Birds Transformers. И сейчас мы поиграем за вот такого персонажа. Напарника мы выберем, допустим, такого. Вот, загружается. Так, извините за посторонний шум. Ну, не суть. Вот ракеты можно подбить. Этот робот вроде мощный. И мы его тестируем, так сказать. Ребята, кстати, если вы хотите обзор на игру эпоха... Ну, на игру эпоха колонизации или игру Киевская Русь в злом, то тогда я выложу обзор. Пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я снимал игру Рио Гангстер 1, или же обзор на игру Киевская Русь в злом, или же на эту игру Angry Birds Transformers. Какую вы хотите, пишите в комментариях. Если видео набирает от 1 до 5 лайков, то видео выйдет сегодня. А если... Или хотя бы 10 просмотров. А если не набирает, то я обзор этой игры прекращаю. Так. Ну вот, набор. Это видео уже записываю второй раз. Перезаливаю, так сказать. Так. Ну. Вот ракет. Напарник ушел. Этот уровень скоро кончится. Эта игра очень крутая. Вот эти роботы тут всякие ходят. Большие, так сказать. Опять нас попали. И уровень этот скоро кончится. Вообще, круто. Крутой робот, точнее, так сказать. Да, уровень уже вроде закончился почти. Все, кончилось. И сколько же мы сбили свиней, спросите меня? Я не знаю сам. Сейчас узнаем. Наверное, не знаю сколько. 45 свиней и 2 917 монет. Неплохо. Поблагодарим, пожалуй, напарника. Так, сейчас загрузится. И давайте-ка освободим нового героя. А какого? Допустим... Так. Так, блин, сейчас. А вот. Все, освобождаем. Это у нас Матильда. Так, что-то залагало. А, вот, все. Сейчас его освобождаем и, наверное, будем прощаться. Я еще одно видео выпущу сегодня. Пожалуй, парочку видео. Про игру... эпоха... Ой, нет. Про игру... Киевская Русь в злом. И про игру... Балди Бэсикс в злом. Все эти игры почти взломанные, почти все. Вот. Ну, а что про робота Матильда? Ну, немножко, не очень сильный. Если бы этим роботом, а так вот вроде силен. Неплохой, так сказать. Ну, наверное, скоро прощаться будем, когда этот уровень кончится. Так что вот так. Так. Сейчас прискрепим. Сейчас будем свинью этих летучих мышей, так сказать. Ну вот. Вот прошли мы уровень. Так. Ну, вот. Так, мы сбили 20 свиней. И 873 монеты получили. Так, пропускаем бонус. И, наверное, прощаться. Вот наша Катя Наутит. Ну, всякие миссии есть. Может, сыграем. Так сказать. Выберем, допустим, такую какую-нибудь. Сейчас быстренько сыграем. Это сложные миссии? Очень.
Так, тут мы какие-то квесты выполнили. Тут тоже какие-то задания выполнили. Вообще много заданий выполнили, вы не поверите просто. Тут, блин... Так, ну вот, завершаем. И что же мы получим, спросите меня? Я сам не знаю. Тут куча призов вообще. Просто, блин, фиг поймешь. Вот. Ну, как-то так. Ну, средний мы получим. Ну, средний. Прошли миссию. И тут всякие награды. Ну, к примеру, монеты. Кристаллы всякие. Ну, вот так. Наверное, уже скоро прощаться будем. Сейчас покажу еще пару фишек вам. Ну, можно прокачать героев. Покажу как. Можно мгновенно прокачать их. А можно прокачать за деньги. Это, да, взломка. Тут вроде не все бесконечно, конечно. Ни кристаллы, ни деньги, но их много, хватит. Ну, вот так вот прокачать можно. И всем пока, ребята. До встречи.